Трудовые пенсии сегодня выросли больше, чем на 6,5%. Прибавку получат порядка 110 тысяч ямальцев. Индексации подлежат все виды трудовых пенсий, то есть по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. По предварительным данным, средний размер трудовой пенсии в округе превысит 15 тысяч рублей. При этом средняя трудовая пенсия составит около 16 тысяч. По инвалидности около 11 тысяч рублей, а по случаю потери кормильца немного больше 7 тысяч рублей.